золотые пляжи. Не заплывать за желтые буи. Зона купания берег желтые буи. Внимательно следите за своими детьми. Не упускайте детей из виду. Будьте бдительны. Не оставляйте свои вещи без присмотра. А также вы избежаете солнечного или теплового удара. Одевайте головные уборы и отсечки. Там прячутся вещи. Приводить с собой выгуливать домашних животных, плавать в состоянии алкогольного опьянения, подавать дорожные сигналы температура воды 24 градуса, температура воздуха 28 градусов, давление не важно, время 9 часов 17 минут. Приятного спорта! Классный дядька известил о том, что новый день начал, купание продолжается. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас предпоследний день на море. Море хорошее, ласковое, спокойное. Но не обошлось без эксцессов. Что у тебя там? Привет! Ну, на канале себе чекаю, вот я пошел купаться. Давай. Уже получается, что 12 дней мы на море, и я, короче говоря, вчера простыла. Бегай, бегай. Вчера мы пришли на море. Оно было прям леденющее. Вот, ну, реально, вчера вода была очень холодная, и утром было пасмурно. Я залезла, конечно, немножко поплавала. Но прям все равно замерзла, вышла, говорю, все, пойдемте домой. Ваня тоже немножко поплюхался, и Саша чуть-чуть. Ушли мы домой, значит, и тут же солнце вышло. Но на море больше не пошла. Я пошла в столовую, причем пошла в другую столовую. И там ела, сидела под кондиционером. Вышла оттуда, чувствую, вообще продрогла вся, замерзла, как бобик. И вот через час у меня горло заболело, а вечером поднялась температура. Вот так вот. Кондиционер очень опасная штука. Вань, вот здесь вот мы купаемся, сынок, иди сюда. У Вани тоже была адаптация. Мы приехали, он хекал-хекал. У него и сопли потекли. И глаза гноились 10 дней. Вот 10 дней. Купила мазь ему. И вот закладывала мазь. Сейчас вот все прошло. То есть все не так просто, как кажется. Сегодня сижу на берегу, в воду не полезу. Давай мои. Нет, Лёп, там плачь. Камни. Там камни. Ну и хорошо. Ты испачкала воду. Ну ты новую тогда принесла. Вот какая вода. Ну, что делать будешь? Камни складывать туда буду. Помочь тебе? Да. Эй! Давай, помогай мне, мам. Буду за камни в воду складывать. О, очень большие мне нужны. Мне надо по одному камню брать. Ладно, давай. Дай мне много. Давай. Помогай собирать. Вань, домой хочешь ехать? Нет. Не хочешь ехать домой? Нет. А там муж тебя дома ждет. Хочешь к мушке? А Персюня там? Илюша? А? Не хочешь? Да. Че да? Не хочу. Ну че ж ты? Смотри, вода сыпется сюда. А, вода посыпалась. Хватит, мам. Все, хватит. Вот сколько камней! Обалдеть!
смотрю. Саша опять вот из моря достал европейские какие-то очки. Матрикс написано, сделано в Европе. И вот такие вот очки достал для плавания. Денег нет. А жаль. Вань, учись плавать. Давай, сынок, плыви к папе. Давай, давай, учись. Да иди поплавай, так, поучись, Вань. Да попробуй, папа тебя там держит. А людей на пляже становится все больше и больше. Вообще отдыхающих прибывает, и это понятно, с каждым днем будет больше и больше народу. Пляж прям заполнен. Вот обычный распорядок у нас проходит следующим образом. Режим дня. Утром проснулись, позавтракали, умылись, себя в порядок привели и где-то в 9 часов идем на море. Ну, где-то с 9 до 10, до 11 мы на море плюхаемся, идем домой. Гуляем, затем уже где-то ходим куда-то. И потом уже кушаем. И спать. После сна, возможно, тоже идем на море иногда. А когда опять идем гулять, Ваня идет в свою комнату детскую. Мы с Сашей дефилируем, что-то покупаем. Ну, потом опять ужин и гуляем. Опять гуляем, гуляем, гуляем. Идем на море, камушки бросаем. На этом закат и спать идем. Вот как-то так у нас сегодня проходит. Вот нам многие советуют, поехать туда, поехать сюда-то. А нам не хочется ехать туда. Пока нам и здесь не наскучило. Может быть, правда, где-то лучше. А нам и здесь хорошо. Каждодневный мацион. Ходим, кормим рыбок. И вот у меня такое стойкое ощущение сложилось. Вот пока вот мы здесь находимся, больше 10 дней уже, они, конечно, стали гораздо крупнее. Вон какие лошади. Ой, ой, посмотри, сколько. 10 тысяч шагов на сутки. Ты что, бросаешь? Да. Причем смотри, они уже в полете видят, что она летит, и они уже к ней летят. Смотри, какие они крупные стали. Мне кажется, они в два раза крупнее стали. Я говорю, в два раза точно. Сладкие мои, папа пришел, кормит. Пап, вот, папа пришел. А вон, смотри, какая прям большая. Ты видишь, какая большая одна плывет, прям вот большая. Нажралась уже. Идите, мои хорошие, идите, идите, я вас накормлю. Кормить-то некого. Птички дома, хоть рыбы покормить. Тыщ. Скорее, ну, надо же, как их много. Специальный столовый хлебушек взял. Сразу же питомца кормить надо. Вот мой глаз возник. Кушать, кушать, сладкий. Вот. Вот, смотри, утопили кусок хлеба, и там внутри битва идет. Первый, последний раз решил поесть мороженое. Черное, очень вкусное. Вот если любите, что-то такое, вот кислинка какая-то была. На самом деле это клубника. Очень вкусно. Ну, называется стоит... черная клубника. Да, шарик стоит 50 рублей. Можно в рожок, можно вот такой стаканчик. Кайф. И топпинги разные. Я с апельсином.
Кайф. Пришли мы опять в лунопарк. Покатаемся. Папа Ваню катает на машинке. Это Илюшин любимый аттракцион был. Он всегда рвался. И Саша он ездил, и сам по себе. Для него это прям было самое любимое занятие. Вот морячок наш. Не бежит. Ну, они какие-то флажками. Красота. А вдруг одна машинка 250 рублей. Что-то как-то и у него пристегнутость какая-то неудобная. Нормально. Еще один бесплатный аттракцион. Это вот поход по этому подвесному мосту. Все идут, он качается. Сначала вообще страшно так было. А теперь привыкли, идем сами еще раскачиваем. Идите быстрее, Ванюш, быстрее топай. А то там сзади сейчас очередь уже будет. Быстрее, держись. Ну чё, куда идём-то? Играть в хоккей! Сначала тут осмотримся. Осмотримся? Ты ещё не осмотрелся тут? Мы посмотрели. Чего ты ещё не посмотрел? На машинке, на жизни, на газете, на Волге. Не посмотрел. На квадре, на деньги. Ну чё? Перейдем через первый мост, самый широкий, как проспект. Да. О, лягушки как хватают.
Довольный идет, выиграл. Каким счетом он выиграл? А? Вань, ты с каким счетом папа выиграл? С каким счетом выиграл, сынок? 4. 8-4, что ли? Да. Нет. 4 счетом. И куда смотреть? 4 счетом. Да. А нет. Вон, иди, смотри, кораблик как плывет. Смотри скорее. Ух. Я один, я второй, я третий. Парашют снять, Катя. Я пятый. Парашют таскает. Мощный мотор. Еще и 17-й счет. 18-й счет. 19-й. У меня 9 счетов получилось. Вот, смотри. Куда? А вот человек сидит. Ну, и что? Мам, пап. Прикольно. Мам, пап, идем. Идем. Ты кататься будешь, Вань? На гидроскутере. Человек сидит каменный. Вот, смотрите. Вот он. Дай 100 рублей. День, дай 100 рублей. Дянь, ну дай 100 рублей. И катайся. Вот, ученый. Кыся. О, мордатый такой, смотри, какой красивый котяра. Кыся. Ну, ты красивый. Всякие детские причиндалы. Пески кинетические, лизуны, бусинки. Тут котов-то сколько? Он еще один кошак. Катайся, катайся. Только смотри на людей, не наезжай. Давай, давай, ехай. Врезаться не надо, катайся просто по асфальту. Давай, гонщик. Орет, ходит, чего орет? Худой какой-то. Мяу. Мяу. Мам, я могу ехать по листикам. Давай. Кататься. Еще раскачать тебя, еще? Слезть хочешь? Мне страшно было. Ну давай еще. Еще будешь? Да. Ну только не быстро. Хорошо. Не надо. Спокойно, догоняй. Обычно.
это весь ее комплекс. Ну, дальше есть. Дальше есть. Только нужно аккуратно. Вот такой вот вид у нас из окна. И вот там за гору садится солнышко. По местному времени всего-то 8:30. Я так понимаю, что в 9 у нас здесь совсем темно из-за того, что солнце именно садится за гору. И тем более, если там тучки, становится после 9 уже очень темно. А у нас дома, кстати, до 10 в это время самый длинный день. Еще будет совсем светло. Очень интересная природа такая.